В рамках сотрудничества с областной детской клинической больницей хоккеисты трактора Андрей Попов и Константин Климонтов навестили 14-летнего Тимофея Платонова. Мальчик из поселка Бажова давно мечтал о ноутбуке, который поможет в учебе и многом другом. Несмотря на заболевание, Тимофей успешно закончил 9 классов, и сейчас, благодаря современным технологиям, его семья сможет принять участие в проекте Минздрава Челябинской области «Всегда рядом. Видеоконсультирование». Этот проект реализуется выездной детской паллиативной службой. Семьи, воспитывающие особых детей и маленькие пациенты с ограниченными возможностями, получают помощь в режиме онлайн от врачей, юристов, психологов и представителей церкви. Ну-ка, бей. Ну мы боксом-то тоже. Левый, правый, ба-бам. Ну-ка, вот. Защита. Молодец, все, сдаюсь. Глядя в глаза Тимофею и получаешь искренне вот эти эмоции и заряжаешься ими. И тут же и мы приехали к нему, и какой-то кусочек себя тоже ему подарили, и это все вместе просто оставило большие впечатления для меня лично, просто на всю жизнь. Занимается спортом, развивается и старается идти вперед. Поэтому только просто поклон ему на самом деле. О, кого я дом заезжал? Заводает сердце за песок. Лежом оно еще кот и шоу. Все ходит, борется за кругом. Идет направо, пищи заводит, налево, кашку дует. Там же лица. Там леша вроде. А на самом деле так сидит.